Всем привет! С вами уже по традиции за кадром Вика, и мы не могли не заметить, как вам понравился прошлый выпуск школьников, которые угадывают треки по мелодии. Мы прочитали гору комментариев, где вы писали, какие треки дать им послушать в следующий раз, и отобрали самые интересные. Кстати, ты тоже можешь принять участие в этой игре. Для этого пиши в комментариях номер трека и кто его исполняет. Давай только не мухлюй, интересно почитать, сколько среди вас настоящих знатоков. Ставь лайк под этим видео, если хочешь, чтобы такие выпуски выходили чаще. Ну а прежде чем мы начнем, предлагаю пройти с нашими участниками небольшой эксперимент. Для полного погружения предлагаю надеть наушники. Внимание на экран! Лорел. Делай или что? Что это вообще такое? Это песня или что? Какое-то Ени, что-то такое странное. Еви. Что-то там такое делай, или Ени, или ехай. Что-то очень странное. Лорел. А что на этой аудиозаписи слышите вы, Лорел или Ени? Я вот умудрилась услышать и то, и другое. Пиши в комментариях свои варианты. Хочется поскорее разобраться, что же там на самом деле. А вот теперь мы начинаем. Вообще нет идей, что это может быть. Господи. Это Лизер. Вообще без понятия, что это. Я считаю деньги на столе. Это Лизер и Флэш. Ну, как бы даже ничего не расслышала. Я считаю деньги на столе, где-то тлеет мой косяк. Правильный ответ. Лизер и Флэш Фолс Миро. Мой косяк, зеркало убьет меня когда-нибудь, но не сейчас. Я не знаю, кто это. Я понятия не имею, кто это. Вы такие все танцуете и такие, типа, все знаете. Что-то знакомое. Что-то очень знакомое, но я не помню, что это. Я не знаю, что это. Я очень рад, это «Пошлая Молли», песня, любимая песня твоей сестры. Правильный ответ. «Пошлая Молли», любимая песня твоей сестры. Нет, ты вообще слышал, что такое, но вообще, посмотрите, что это? Нет, я не слушаю «Пошлую Молли». Может ли? Not facepalm. Не знаю, но реально что-то знакомое. Что-то я жестко туплю, но я вообще не знаю, что это. Это я просто... Вообще без понятия. Правильный ответ. Мияги Эншпиль, рапапапапам. Что это за песня вообще? Я не знаю, кто такие Мияги Эншпиль. Мне, наверное, показалось, но там слышно как будто что-то типа ровно 5 минут назад, не знаю. Я это обязательно должен знать. Я пытаюсь хоть что-нибудь придумать. Что же это за песня? Я не знаю. То это я просто вообще без понятия. Эй, гайс, у меня все найс. Но я не знаю, кто это. Ну, LJ, и я не знаю, как называется песня. Hey, guys, у меня все найс. Спустя 5 минут ты заметил это. Правильный ответ LJ Hey Guys. Вообще было тяжело. Это Hey Guys, у меня все найс? Вы все знаете эту песню, я не знаю. Мне кажется, это Егор Крид. Это, по-моему, единственное, что я тут угадаю. Это Егор Крид, невеста. Егор Крид, моя невеста. Ты моя невеста. Ты знаешь, когда я был школьничком, я такую песню много раз слушал. Моя принцесса, что-то такое там. Там просто слышится прям. Я слышала это где-то, да? Правильный ответ. Егор Крид, невеста. Моя невеста, мне интересно. Это наяву или сон. Я угадала, офигеть. О, Крид. Я твоя фанатка.
это, наверное, Eminem, но я не помню, какая это песня. Я не знаю. Это точно Eminem, только я не помню, какая песня. Это что-то типа, по-моему, из 8 мили. Это, может быть, либо Lose Yourself. Вообще не знаю, что это. Совсем. Короче, какая-то из этих песен очень старых, и вот такая Lose Yourself, что-то там. Такая старая песня, такая еще Качева. Правильный ответ — Eminem, Lose Yourself. Блин, я знаю о нем. Но я не слушала его песни, хотя собиралась даже в какой-то момент. Это 5 минут назад. Ну вот не знаю, на это. Ну это ровно 5 минут назад, Ванга. На аккордеоне. Ладно, это 5 минут назад. Фараончик. Правильный ответ — Фара, 5 минут назад. Я был там ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Блин. Я просто слышала только в его исполнении. Не знаю. Вообще нет предположений. Ну, у меня ощущение, что это что-то знакомое, но это, наверное, русское, да, конечно же. Ну, мелодии все какие-то знакомые, но это сложно угадывать. Я не знаю, я если даже слышу эту песню, я не могу вспомнить. Малый повзрослел. Малый повзрослел. Тун-тун-тун-тун-тун. Это Макс Корж. Малый повзрослел. Я не помню, кто поет. Та-та-та-та-та. Не, не помню. Правильный ответ — Макс Корж. Малый повзрослел. За меня малый повзрослел. Я не слушаю, так что это очевидно. А, вот, да-да-да. Блин, что-то очень-очень-очень знакомое, но... Не-не-не, все. Не знаю. Это... Что это? И даже слова вспомнить как-то я не помню. Это Маркул, Фата Моргана. Не знаю, наверное, какой-нибудь Оксимирон. Типа. Это Маркул и Оксимирон. Без Маркула уже не был же трек. Оксимирон же просто на куплете был. Правильный ответ — Маркул и Оксимирон, Фата Моргана. На мой горизонт и хватит вполне. Без мира твоих ног, но временно. Завтра все вернет назад. А, Оксимирон я слышал. А, это Оксимирон, ясно. На этом все. Пиши в комментарии, какие треки ты бы хотел увидеть в следующем выпуске. И если мы наберем на этом видео 15 тысяч пальцев вверх, то продолжение не заставит себя долго ждать. А если тебе понравилось это видео, то рекомендуем посмотреть и прошлые выпуски. Ссылки на них будут в описании. Ну а с вами, как всегда, была Вика. Увидимся завтра в это же время. Пока!